18-летняя Таня Овсянникова – будущая медсестра. На каникулах учащаяся медицинского колледжа не поехала в родной Рогачев. Девушка решила освоить азы профессии не в теории, а на практике. Почему бы и нет, ведь за желание быть лучшей в своем деле поощряют деньгами. И пусть здесь нет прямого контакта с пациентами, зато какой опыт – поработать бок о бок со специалистами родильного дома. Я не лечила в детстве игрушки. Просто, да, я как-то начала смотреть сериал, начала втягиваться. Мне понравилось, я решила действительно поступить. Я попала в очень хороший коллектив, добрых, все хорошо относятся друг к другу. Мне очень нравится. Работает Татьяна в оперблоке с 8 до 16, 5 дней в неделю. Подготавливает биксы, помогает санитаркам во время операции, выносит медотходы и делает генеральную уборку. Во всем старается, ведь после получения диплома распределиться хочет именно сюда. Кстати, медперсонал будущим специалистам доволен. Очень довольна ее работой, потому что работа медсестры очень такая сложная и интересная. У нас в оперблоке она выполняет почти основную работу санитарок. Девочки, конечно, ее поддерживают, помогаем, мы ее научили. Но так как они подготовлены, она знает в основном основную работу, и она делает все, что надо. Также провести лето с пользой решили еще 6 учащихся медколледжа. Все они подрабатывают в разных отделениях роддома. Всего же в организациях города сегодня трудятся более 300 парней и девушек. Созданы производственные, медицинские, сервисные, экологические и сельскохозяйственные бригады. Их пополнили учащиеся бобруйских колледжей. Но Таня Овсянникова закончит работу лишь в конце июля. На первую зарплату планирует купить что-нибудь из вещей и сделать подарки своим близким. Мария Бересневич, Максим Галенко, Бобруйск 360.